А в Алматы сегодня утром сгорела новогодняя елка. Как сообщила нашему телеканалу официальный представитель городского департамента ПЧС Сандугаш Баймухамбетова, информация об инциденте поступила в половине седьмого утра. Уже через 8 минут первые подразделения прибыли на место ЧП к пересечению проспекта Аль-Фараби и улицы Наваи. В 6:50 пожар был полностью ликвидирован, уцелела лишь половина ели. Причиной стало короткое замыкание проводов электрической иллюминации во время дождя.